19 апреля 2020 год, Харьков. Вот такая у нас Пасха. Западный ветер тянет какую-то гарь. Нет, пожалуйста, идите. Спасибо. Дикая гарь, поселок Жуковского, это Дружба народа улица. Поселок Жуковского попросту исчез. Приторочу к этому видео предыдущие съемки. Даже в пасмурную погоду, даже в сумерках. Прекрасно видел поселок Жуковского. А сейчас его попросту нет. Вонища стоит. Капитально. Что-то где-то горит, и явно не леса, а вроде пластика. Мерзкий совершенно запах. Не, ну ты посмотри, даже силуэта нет поселка Жуковского. Это при том, что солнышко пытается пробиться через этот смог. А вот тут вот. Не видно. Все, что на Дружбе народов еще видать, дальше нет. Ладушки. Волна. Так, хороший будет ориентир. 9 апреля 2020 год, Харьков. Арена, что ли? Не вижу. Маленький экран. Посмотрим потом, какое расстояние до этой волны. Харьков, 9 апреля. год. Километров 6 точно есть, наверное, да? Освещение, конечно, еще никакое. Даже солнце еще не встало. Великолепно. Только движение слоевой атмосферы. Прямо видно, как теплый воздух движется. Что там, 9 апреля 2020 год. Харьков, 6:00 по Киеву. Будьте любезны. Так. Уже и здесь колебания. Карантин.